моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя? Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Получается, давно виделись, аж на 8 марта. Что с тех пор изменилось? Какие новые проекты? Да. Отлично. Гастрольный график уплотняется, репетиционный период еще больше, активнее. Мы полны творческих идей и думаем, что все это воплотится в реальность. Очень интересно. Мы в ваших соцсетях часто видим, что вы посещаете храмы. Вы просто прихожане или вы там поете? В храме, в хоре. Правда? Серьезно? Да. На службах прямо? На службе участвуем втроем коллективом. Слушайте, это просто потрясающе. Какие молодцы. Это, скажем так, это зов сердца. Нам это интересно, нам это близко. Мы православные люди, поэтому... А когда в наших соцсетях вы видите фотографии, когда мы где-то находимся, это просто результат нашей гастрольной деятельности. Когда приезжаем в какие-то города, обязательно согласовываем с организаторами экскурсию. И мы проезжаем по всем важным таким значимым местам города, которые мы посещаем. Как правило, это всегда храмы, и это для нас очень приятно. Это уже входит в наш райдер бытовой. Обязательно экскурсия. Как здорово, ребята. Мы прошерстили хорошенечко ваш инстаграм и нашли вот такой пост интересный, тут фотографию. Награда за участие в чемпионате по бодибилдингу. Вот это что? Это абсолютно правда. Ну-ка вот так сделайте. Силу покажите. Мы действительно участвовали, хотя... Ну, правда. Не, мы участниками являлись, но мы открывали этот чемпионат, открывали гимном России, гимном Кубани. А мы уж подумали, что вы там тикаете. Что с репертуаром? Какие новые композиции ждать? Может быть, поменяли стиль исполнения? Абсолютно. У нас обновляется репертуар постоянно. Мы всегда полны идей и думаем, какую бы песню показать нашим. А как вы выбираете обычно? Как вот буквально происходит? Недавно мы были в городе Воронеж, выступали с двумя концертами, и нас попросили исполнить песню на воронежских просторах. Мы ее сделали, выучили и будем петь
Так что вот так вот иногда здорово появляются у нас песни. Ребята, это здорово. Ну, вообще, сегодня, кстати, есть уникальное событие. В 1958 году, 17 августа, родился Муслим Магомаев, замечательный артист. Мы поэтому пригласили супер талантливых людей сегодня в студию. Хорошего утра. А еще София Ротару именинница в этом месяце, кстати. Да, 10 дней назад у нее был день рождения, ровно 10 дней назад. Так давайте же отмечать. Вы знаете, потрясающая песня. Танцуют все. Группа Ларго! Признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руду знайшла і мене зчарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Бачу я тебе в снах у дібровах зелених, позабути в стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руду знайшла і мене зчарувала. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. То є бистрая вода.